загоняется под пятку. Основание пальцев ног наступает на плечи. Здесь у нас вот есть косточка одна, другая. Вокруг другой косточки, нижней, указание большой палец. Но опять же, не самоцелью, либо особенности телосложения, когда длинные конечности, либо результат практики. Из этого положения, допустим, мы были так. Нужно взяться, потянуть лопатку, потянуть, либо это все делается на прямых ногах. Из этого положения мы сидим вот так вот. Собирание, уплотнение, мягкий. В общем, давайте. Мягко на пол, пошли вниз. Ноги под самыми, руки вниз. Пальчики остановили, ноги на подушечку. Приподнялись на носки повыше, сегодня сложили. И начинаем пытаться удивить ноги и сместиться назад. Если получается, руки на пальцы проходят чуть сильнее вперед. Остались. Вы остались, я вас полюбуюсь. Подушечки пальцев, подушечки. Нет на левой фаланге, самые кончики. Руки словно корни дерева. Кончики пальчиков. Пятки к полу, пальцы перед носками, носочки на себя не проблема, посмотрите на себя. Вот как нога загудела, так же должно гудеть над позвоночником, от макушки до кончика. Носки к полу, если тяжело идет ноги, снимайте, но пальцы можно перевести, хватит, запятки. Так наш организм, механизм начинает вырастать. Избавление от энергии экономичным путем, дурной, ленивой. Дальше. Кончики пальцев переступлены. Носочки на себя. Ребра бедра посмотрели, как мы все. Либо согнув ноги, очень аккуратно сюда висит, либо ладошки подступают. Лобки вперед, голову на руку. Центр ладошек связан у нас с сердечным центром. Все стихи огня и воздуха одновременно. Ступни у нас связаны с энергиями земли и воды. И все четыре стихии, еще этого действия, уравновешиваются. На первую очередь это прохлада и тепло в нас. Стихия Акаши начинает работать, это пространство. Полые органы начинают наполняться, то, что называется синтезом. Обмениваемый импар. Тело обычного. И все от этого хитрого цикла. Нос сложно концентрации. То может лучше делать и лучше. Лишь пальцы на привычке. Пятки. Пробуем взять за большие пальцы, но растянуть лопатку в сторону. Улучшая приток крови и биологически активных веществ в грудном отделе позвоночника и избавление от блоков и зажатости, как на телесном плане, так и на психоэмоциональном. И локти в сторону рук. Ножки под собой, ладошки под коленки будут в себя. Ладошки пальцы под коленки будут повели чуть плеси к солнечному спутнику, к горлу, к пупку. Левый большой палец вперед, правый красным. И мы замкнули. Большой палец словно пряжка. Один вошел в другую. Слов перенят пряжки. Лобки на чуть посильнее, правильно лестничный праздник. Мы сильно не заваливаемся назад. И макушку тянем вверх. И чуть присаживаемся на чуть пластик. И держим в сознании телесные ощущения пяток, крестца, лопаток и затылка. И все уплотняется в области живота. Кончики пальцев на руках мы сощем. В области почек. В области живота. Руки оставьте на животе, посмотрите следующий. Пока просто посмотрите. Руки пойдут вверх. Пойдут за голову.
постоянно вниз. А потом пойдут у нас ряд движений. Первое движение. Это нужно посмотреть вверх. Второе движение. Нужно левую ногу прижать к себе, посмотреть при этом на правую ножку. Третье движение. Нужно будет левую ногу поставить на основание пальца, присесть на правую ногу, лечь на правую ногу. Потом уже нужно будет левую ножку приподнять, понаходиться так. Попробовать приподняться на носочки, можно получить большие пальцы. Из этого положения вновь выйти, потянуться руками так, потянуться вперед, сложить вместе, потянуться к груди и попробовать выйти в ласточку. Из этого положения упереть, ножку подтянуть, взяться, попробовать приподняться, попробовать покачать драйв движение с ноги, попробовать создать напряжение, повести в сторону, посмотреть вверх и очень мягко вывести вниз. Из этого пойдет правое, левое. Из этого широким движением в сторону. Кисти от низа вниз. Мы чуть пристягиваем, чувствуем на руку прокола перед нами. А электронки, составляющие сквозь тело. То есть ощущение от руку, сквозь тело. Очень давай. Руки вверх. И за головой. Правое, левое, от себя вниз.
что вы стоите в центре колонны, колонны белого гудящего пламя. Кисти сидите вниз, центр ладошек вниз, пальцы подбородок друг друга. Начинаем руки медленно пропускать, чувствуя, как наши физические телесные кисти проходят перед телом, а ощущения не заходят на дно тела до задней поверхности. Медленно. Сейчас мы с вами сделаем две траектории. Первый блок посмотрите. Идет ручечка вверх, сильно. Ноги чуть-чуть подсобны. Ладошки вниз, сильно вверх. Ведется движение в руки. Большие пальцы опирают вперед. И из него в сторону. И собирается перевести на кисти соединиться. И из этого состояния вниз. Вот. Это одна траектория. Другая траектория. Точно такая же вытяжка, руки идут вверх, ноги чуть вниз. Тело растягивается. Идет сразу в сторону, называемый центрирующий движение. Вперед с напряжением. К себе. Вниз. И почувствуем разницу между ними. Если нет, то делался. Пробуйте присели, руки вверх. Кисти плотные, тянемся вверх. Чуть сильнее присаживаюсь, чуть
все перемещается так называемый кшетрам. Кшетрам – это проекция генетического центра позвоночника. Руки в сторону, жестко растягиваются, чуть выше ключей. Пальцы плотно сомкнуты, центр ложки натянут. Чуть выше ключей, и нас натянут два коня в правую и в левую сторону. И пытаемся руки соединить между руками. Дышим. Чуть присели, чуть растягиваем. Дышим, пытаемся. Дышим. Представили себя стоящим, постоящим в колонну, гудящим белого пламя. Мысленно расслабили кисти, мысленно повисли кисти вниз, вспоминая, как это делали в теле. И тело откликнется в ощущениях. Макушка переносится, подбородок, горло, грудь, вниз, 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 живот, промежность, упор, пёдра. Глазки открыты. И мы потянулись на руками. Чуть присели, довытянули руки вверх, смотрели себе вверх, тянулись, центр ладошек в голову. И кончики пальцев на ногах в пол, а руками стянули вверх и дышим. И на сантиметр вниз, и на сантиметр вверх руками, и дышим. И еще вниз, и еще раз вверх. Посмотрели перед собой, если напряжение, как через пустую спину пошли в сторону. Поджимаем промежность мышцы, подтягиваем кончики пальцев вниз. И чувствуем, как от этого подтягивания пальцев вниз, напряжение сводостых ни подтягивание промежности, напряжение анального снизу вверх, пошли ощущения, что вроде жаркой, покалывающей волны. И мы руки высыпили, посгибаем мягко через стороны. Глаза прикрыты. Фонтан, идущий из-под земли, ездит. То же самое сделали мы с левой правой плечом, правую колено.